Всем привет, дорогие друзья, с вами Илья, и сегодня я продолжаю предскорим. Да, ну, у меня тут просто опять вылетело, я нажал табальт. Так, сейчас я мышку не трогаю, микро ворчу. Вот. Я доставил Ульфрику. Топор вернулся ко мне. Топор, да, и топор я вернулся. Я знал, каким будет ответ. Сразу после твоего отъезда, Да. Вступаешь в распоряжение Легиона. Я в распоряжение. Легион найдет тебе занятие. Постой, хранят я порт. Тебя знаю. Вот как ты меня... Вот Пиши, так... если ты не против, меня ждет мой город. Тогда я пойду. Если ошибки не быть там, не может. Ты тот, кого... Я там. О, в этот раз мы так и быть отвернемся. Ты кто вообще такой? Проклятый здесь. И тогда... Они взяли катапульты. Нет, только не катапульты. Значит, а битва при Вайтране, это эпик. Вызывает меня к себе. Смотри, куда идёшь. Да мне насрать, если честно. Сейчас я такой, пыщ, всех. Всех буду быщ. А сам я тыщ. Да? Ну, ничего, сейчас мы тут подождём. КФП станет больше, всё станет круче. Ура! Я такой эпичный. В две руки. Слушай. Ну, ладно. Давакин бежит. Давакин. Он обосрался. По-моему. Там катапульты. Нет. Дома бомбардируют. Так не это. Это же Вайтран, Вульфрик. Гаденыш, ты не можешь этого сделать. Все, ненавижу. Ненавижу Вульфрика. Вайтран мой любимый город. Лук или... Чё у меня вообще из оружия есть? Меч? Колум? Вот он, мой любимый же. Просто когда я его выкинул, наверное, сбилось что-то. Благодаря своим когтям выражаю опасно в ближнем бою их. Наша школа... Смертная стрелья не дула. Да-да, злые такие. Руки чешутся отправить пару мятежников на тот... Ты за мной тебе бежишь или чё? Мятежник? Мятежник? Не, вроде это имперский солдат. Ну сейчас. Им трындец. В этот день мы отправляем послание Ульфрику Буревестнику и тем мятежным ярлам, кто его поддерживает. Приготовиться! Все за мной! Давай! За империю! За легион! Ой, как ты орёшь! Некрасиво же, это не круто. О, мой конь! Так, надо быстро сохранить её. Защищать барабир-барукады. Барабир-барукады. Только не конь. Яба-яба. Только не конь. Где моя подруга? Я вас убью, солдаты. Смотри. Так, солдаты, защищать. Это стражник Вайтрана, да? Я зачем? Уничтожить нападающих из 99-93. Так. Да, вроде бы. Хотя они сами справляются, но я хотел бы помочь моему городу, любимому. Так, сейчас мы возьмем пламя и искры. На! Чё, не сладко, да? Живется тут у вас. Вау! Ой, неплохо тут накачанное. Такого даже сначала не дает. Так, меч. It's my life. Они на стене. Это злой? Это злой? Этот! Ульфрик! Генерал! Умри нафиг! Генерал! Я ваша генерала убил! Офицерская броня! Вау! Шлем, но он фиговый, даже брать не буду. Офицерский лук, да? Ну нет, фигня, я убил зато его. Он мне никогда не нравился.
Солдатик, здравствуй. Мария. Ну, вообще какой-то не такой был. Ну, ХП не отнималось. Киргиса, все. Вообще куча. Это все валят. Уничтожат нападающих. Это за империю, мазафака. Ну, мне уже имперцы даже больше нравятся. Как они испаряются? Что это за фигня? 53 уже процента. Ну, их там точно много. Да ну нафиг, я лучше возьму лечение и искры. Нет, не убьешь, не ври. Не справишься с такой большой толстой рыбиной, как и я. А, я же могу одновременно. Хотя мана быстро кончается, да. Девушка! Да иди нафиг, разгромленная. Я могу всех их один переколотить. Тут лучше сохранить, потому что... Если они эту девку забьют, то все. Так, все. Ну вот, все. 16%. Ты 16%? Все, еще меньше процентов. 13. Вон там он еще много. Погнали. Вы что тут делаете? Нет. Это тоже генерал. Где он? Я не вижу генералов. Сейчас мы его смотрим. А, тут был офицер, это генерал, типа, да? 3%. Вот он. Да, я проявил себя. Щит, стрела. Офицер, ну это тоже, типа, офицера был. Ну все, срать. Ух ты. Ух ты. Я тут продолжаю их осматривать, у них золота нету. Добили, посмотрели. У вас что-то застряло в заднем месте. Ух ты, гаденыш. Ну все, осталось ноль. Солдат. Мы покажем этим безбожным псам, чья это земля. Да хранит тебя Талос. Чё? Убивайтесь сегодняшней победы, как боги убиваются вашей доблести. Они уже поют песни о вашей отваге и доблести. Талос Амгарда звенят гимнами в вашу честь. Уничтожив изменников, вы доказали никчемность их дела и доблесть ваших сердец. Жители Вайтрана навеки у вас в долгу. Но Ульбрик на этом не остановится. Нет. Он будет и дальше бить по всем истинным нордам, не изменившим империи. Он будет по-прежнему сеять раздоры и хаос везде, где только сможет. И потому убить. Мы, каждый из нас, должны и дальше гасить этот мятеж, чтобы гибель наших братьев не пропала зря. Не позволим запятнать нашу доблесть, оставив этих кровожадных зверей охотиться. Мы могу их убить. Моя благодарность и мое благословение с вами, солдаты! За Вайтран! За Империю! Ура! Тут 4-2 человека такие стоят. Ура! Нет, только 4. Да. Ну еще 2 трупа. Мятежник, не теряй бдительности. Рано или поздно она купится. Бдительность? Ты совсем что ли? Бдительность. Так, у меня там Steam фигачит, это не то. Не бойтесь. Стражник может прекратить бой.
Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Так, а мне, походу... Так, мне туда. Что мне хотя бы там надо сделать? Окей, ну нас... Мира, тебе удалось... Насрать. Навык брони эффективно носить. Кожаные физически стеклянные. Ну ладно. Что тут произошло? Прикинь, тут бой был. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. Для меня будет честью, если ты решишь поселиться в Вальтране. Поговори с Провентусом, он распорядится. Бесплатно? К обоюдной пользе. Любому дураку ясно. Веками мы пользовались протекцией Империи и выгодно торговали с Югом. А люди Сиродила, в свою очередь, спят спокойно, зная, что северные границы охраняют самые отважные воины во всем Тамриэле. Ого. Как положить конец войне? Наверняка думал, что это единственный способ заявить о себе. Да еще просто потому, что мог. Так, как положить конец? Голова Ульфрика Буревестника на колу. Думаешь, Ульфрика волнует независимость Скайрима и благополучие народа? Уверяю, совершенно не согласен. Он просто варвар и предатель, чья жажда власти стоила жизни несчетному числу невинных людей. Это мужик. Ну не как, а как. Если ты не против, меня ждет выбор. Так, и куда мне теперь? Вот, значит, явиться к генералу Тульке. Теперь. Уже 12 уровень, но так много по Скайриму знаю, что вообще ужас. Такой бой был прикольный. Ну как бы хорошо, олицетворенный. Бежим, мужик. Недавно в городе. Если нужно где-то переночевать, иди в смеющуюся крысу. У нас хорошая таверна. Ты был на казни? Да, сходи. Не знаю, с хорошим парнем такого бы не случилось. Слушай, мы с Рогвером вместе выросли. Однажды, каждый раз, когда... Короче. И, конечно, тогда мы были детьми. Но с тех пор я тебя Рогвер так и не повзрослел. Наконец-то, конец. Лично в руки. Так что любые разговоры... Посмотрим, откуда почему-нибудь. Не знаю от кого. Он не назвался. Просто сказал, что он твой друг. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Добавленные предметы. Эйри. Ярлу... Ярлу деньги будут... А, это не то. Это не то. Блин, не так. Блин, но не то. Все, мне надо быстро в книге. И... Письмо от друга. Краски дворец до сих пор гудит. Ты на всех произвели впечатление, когда показали силу своего тума. Надо признать мне с трудового кино. И пофиг. Ну и мне тоже. Мне сюда, да? Нет, мне не сюда. Все, бежим тогда наверх. Я уже запомнила Империю как хорошее воспоминание. То есть еще много городов запомнить, но все равно. Да хранят тебя боги. Да-да. Согласен. Не так уж плохо тут станет. Дочка меня кормит. И работает. Не надо, да. Ну, сейчас налоги побольше, конечно, чем тогда были. Наверное. Я не уверен. Разгромив Ульфрика в Вальтране, мы заручились безоговорочной поддержкой Ярла. Возможно, братья Бури вскоре поймут, что их дело правильно. Не. Я произвожу тебя в квест. Меч с шипами. Возьми этот клинок. Символ нового положения и ответственности. Я буду следить за твоими успехами. Империя ценит лучше. Какого приказа? Глупо использовать тебя как обычного солдата. У меня на тебя особый план. Ты принесешь больше пользы, если предоставить тебе немного свободы. Отправляйся в наш тайный лагерь на Белом берегу. У Рикки найдутся для тебя важные задания. И ты нам понадобишься.
когда мы возьмем столицу. Да прибудет с тобой. А я все еще не тан этого города. Печально. Смеющиеся крысы из теплой постели. Извините, я скоро куплю дом. Простите. Не могу. Родичи. Ну, короче. Когда человек подходит, я тут вообще-то в их. Нет! Блин, ну ладно. Дорогие друзья, у меня опять все снеслось. Так что всем спасибо за просмотр. Это была такая мини-частичка. Так что всем спасибо, всем пока. Смотрите следующие части. Ну всем пока, да. Пока-пока, ребята. Удачи. У меня вылетел просто. Пока-пока.